Всем привет, с вами Эрик. Сегодня я хотел бы рассказать вкратце про Веном. Да, все хотят посмотреть этот фильм, потому что это, очень хороший фильм. Да, он как бы напоминает про прототип. Ну, думаю, рассказывать про него не нужно. Да, конечно, это прикольно, когда в одном человеке как бы живут двое. Честно, я хочу посмотреть Венома, и это очень интересно, я вам советую. Конечно, ролик ни о чем, но вы извините. Спасибо за просмотр и до свидания.